Хто я все ж така евангеліст? Организатор и основатель, наверное, на СНГ у завтраков или ужинов деловых людей, бизнесменов. Организатор или основатель в стране от бывшего Советский Союз на молитвенные закуски за бизнесмены. Да. Ну, вы уже слышали, что семинар проводит, да? Пастор церкви. Городе Киев. Пастырная церковь в городе Киев. Я не знала этого, да. Но я думаю, что я пропустила, вы сами расскажете о себе, да? Давайте поприветствуем. Как вот сам пропуск на Лазве, сам что вы расскажете. А ты давай продолжай, брат. Хорошо, продолжай. Добрый день, благословенные люди Божьи, приятно быть с вами. Добрый день, благословенные Божьи хора, приятно мне да сам с вас. Для меня тоже честь быть с вами вместе просто переломить Христа. За меня все, что я честь, да буду заедно с вас, да расчупим тело Христово. Аминь, Господи. И просто давайте вместе помолимся. Вы можете сидеть, за руки взяться. Дайте заедно да се помолим. Можете да сидите, хванитесь за руки. Дух пророческий. Дух на пророчество. Просто сойди на нас. Молитесь, слезь над нас. И открой нам красоту царства. Утвори не красотата на царство. Прямо сейчас. Точно сега. В это собрание. В твое собрание. Мы во имя твое. Не в твое имя. И ты сейчас. И ты сега. Прямо сейчас среди нас. Точно сега не воведи. Открывай всякую, снимай пелену с наших глаз. Освали пелената пред очите ни. Чтобы мы слышали и видели царство твое. Така че ние да слушаем и да виждаем твоето царство. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисуса Христа. Аминь. 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 Добрый день, спасибо большое. Добрый день, я даже не помню. Много. Я один раз был в Караганде, один раз. Был точно сколько времени прошло? В Караганда. 20 лет назад. Да, преди 20 години. Много интересно. И знаете, я уже больше 35 лет занимаюсь бизнесом. Знаете ли, я больше 35 години се занимаюсь бизнесом. И около 30 лет. И около 30 години. 27 лет. Я? 27 лет в Господе. А от 27 години сам в Господ, сам повервал. И когда я первый раз встретился с Ним, когато първи път се срещнах с Него, с Господ. Я тогда в мяночные клубы, казино. Тогава были. Се занимавах с нощни клубови, казина. И меня пригласили на одну как бы, концерт такой, евангельский. И меня поканиха на един евангельский концерт. И я там слушал про Христа. Я сам чух за Христос. И просто Он мне открылся. И просто той не се открыл. Я его увидел. Аз го видях. И я сел так на скамейку. Аз седнах на скамейку. А моя жена рядом. А жена ми беше до мен. И я говорю, так вот ты какой. Так вот ты какой. И аз си обяснявам, виж какъв е Господ. И я влюбился в Него. Аз се влюбих в Него. Влюбился в Него. Он, да, понимаете, ты смотрел и такое впечатление, что я его знал всю гледах, свою жизнь. Имах впечатление, что го познавам цел живот. То есть, думаю, так вот чего я хотел всю жизнь. И это какво исках цял живот. А я зарабатывал, аз заработвах, успех, бизнес, сеть ночных клубов в мрежа от нощни клубови по страната, стриптиз-бары, казино, стриптиз-барови, казина, сеть автосалонов, мрежа от автосалон. Я думал, я должен быть счастливым. Я смыслих, че трябва да съм щастлив. А я не был счастлив. Но не бях счастлив. И я в этот момент сказал, вот чего я искал. И в този момент аз казах, ето какво съм търсил цял живот. И сегодня, вот вспоминая этот день. И днес, спомняйки си този ден. Я понимаю, что Христос. Аз разбирам, че Христос. Это больше, чем что мы знаем даже сегодня о Нем. То е повече от това, което знаем дори днес за Него. И сегодня бы хотелось говорить о Нем. И днес бих искал да говоря за Него. Кто Он сейчас? Кой е Той сега? Потому что Христос, который даже в Евангелии ходил. Защото Христос, който е ходил по време на Евангелието. И который Он сегодня, сейчас. И този, който е сега, днес. Он отличается. Той се отличава. Потому что когда Иоанн, он был вместе со Христом. Защото Иоанн, когато е бил заедно с Христос. И он ходил с ним. И той ходил с него. И лежал у него на плече. И лежал на раменете му. Но потом, когда он в откровениях увидел сидящего на престоле. Но после, когато в откровениях го видял сидящего на престоле. Он упал вообще. Той паднал.
Потому что это уже другая личность. За что ты видел другую личность? И эта личность, она сегодня здесь среди нас. И та же личность здесь и среди нас. И я сегодня хотел бы просто поговорить о нем. Я искам днес да расскажу. Потому что я лично думаю, что все ответы, за которые у нас сейчас лично есть, вопросы, которые има в нас. В нем вот ответ уже есть. Во в него го има вече отговора. И я хотел бы просто поговорить, как эти ответы брать. Я искам да поговорим за това, как да вземем тези отговори. Как? Это потому что он всегда, он знаете, он как бы есть ответ. За что-то знаете ли, что той сами эти отговоры. Но он не как бы он все время как бы не лезет со своими ответами, не идет как бы. Но той не се натрапва со своите отговори. Это его характер такой. Твой неговият характер. Он почему-то хочет, чтобы мы копали и нашли, и взяли эти ответы. Но затова той иска ние да се ровим и да вземем, да намерим тези отговори. Не знаю, почему у него такой характер. Не знам, за что я такой характер. Когда идет себе, идет, и там кто-то говорит, а что ты хочешь вообще? Ну, спрашивает всегда у человека. И той постоянно пита человека, какво искаешь изобщо. Только когда он говорит что-то, тогда он раз, вроде как бы неохотно. Вот так вот, такое состояние его, понимаете? И той, като че ли говори неохотно, без особенного желания, такого и негово состояние. Такой еврейский подход какой-то. Как еврейский подход. Восточный такой. Источен подход. То есть тебе не сразу тебе уже давай я тебе то дам. То есть не казва венага всичко. И сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами открыли. Я сегодня сейчас прямо стоял и искам, молился. Сега не заедно с вас да открием. Я за каждого молился из вас. Я сейчас. Се молих за всякий один от вас. Вот не сейчас вот именно стоял днес, и молился. Днес, да. По времена молитвы. Да. Вот молился, чтобы просто Дух Святой открыл нам вот это молись ответ и решение. Така, че Святий Дух да не открыет тези аспекти от живота. Потому что я уже 27 лет с ним. За что-то вече 27 годин сам с ним. Что он сегодня открывает, я просто говорю, Господи, так вот ты какой. Но това, което вот той открива днес, и аз погледнах и казвам, о Боже, ты си такъв и такъв. Потому что в классической жизни, помните, когда мы уверовали? За что-то в классической жизни, помните ли, когато повярвахме? Кой от вас е повярвал преди 27 години? Преди 10? Ну, то есть уже староверы такие, да? То есть вече сме стари верващи. И я помню, я только бегу, я только уверовал несколько раз. Из ночного клуба выскочил, бегу. Бягах от нощните клубови. И ко мне такой-то брат подходит серьезно. Идва някакъв брат ко мен серьезно. Говорит, ты сколько верующий? И я говорю, от колко време си верващ? Три месяца. От три месяца. Ага. Понятно все. Да, я говорю, какво ти е ясно? Скоро пройдет. Да, скоро ще се случи. И я думаю, Господи, что, неужели проходит? Господи, какво нема, вече нещо не се случва с мен. И мы же тоже видим это, да? Мы видим, когда проходит время. Ние виждаме как преминава времето. И у нас наступает момент, когда мы начинаем со скептиками. И при нас настъпва момент, в който ставаме скептични. Мы становимся такими, знаете, мы потихонечку он приедается. А ние лека-полека прияждаме. И я думаю, в чем суть? Я си мисля, каква е същността? А суть в том, что мы начинаем това, долепливать к Христу еще что-то. Христианство начинаем долепливать. Да прибавим к Христос нечто. Какую-то культуру нашу. Почваме да си измислим христианство. Някаква наша культура привнася. Культура христианская. Някаква христианская вот так культура. Ходить, вот так говорить. Это така трябва да ходим, вот так вот трябва да говорим. Это делать, а это не делать. Това прави, онова не прави. И потихонечку мое христианство связано с моим поведением. Мое христианство стало связано с моим поведением. Оно уже хорошее, в принципе. То вече добро попри. Но жить становится хуже. Но внутри ощущения от этого. Става по-лош и по-лош. Почему? Потому что мы отходим от самой личности, от самого искупления. За что? За что-то не си тръгваме, заминаваме далеко от самата личност, от самото искупление. Я думаю, искупление. Почему апостол Павел все время я си мислях, за что? Говорил, если вы что-то добавили ко Христу, все, вы потеряли его. За что апостол Павел казваше през цялото время, ако вие нещо сте добавили към Христос, ако вие сте го загубили вече? Не, ну как, ну Христос, да, ну вот я
так живу, обрезываюсь, или еще что-то, или вот наша христианская жизнь, такая вот. Живее такая и такая, а сам обрезан, моето христианство вече е различ, друго. Культура. Христианская культура. Христианската ми култура вече е друга. Христос, Он Дух. Христос е Дух. И в Нем завершенная работа. И в Него цялата работа е свършена. Это значит все хорошо. Това означава, че всичко е добре. Все совершилось. Всичко е извършено. Это значит, ты уже состоялся. Това означава, че ти вече си изграден, състоялся. Это ты уже прошел. Че ти вече си победил. Преминал пътя, че си победил. Все совершилось. Всичко е извършено. Ничего нельзя добавить. Нищо не можеш да добавиш. Все хорошо. Всичко е добре. И здесь очень важно, но понимаете, и нужно понять, что важно. Это завершенная, завершенность. Она находится в виде семени. В форме семени. Тя се намира под форма на семи. Вот ты же занимаешься сельским хозяйством. Да. Ты когда смотришь на семя. Ты занимаешься сельским хозяйством. Ты когда глядишь на семя. Вот, наверное, семя. Оно же не похоже на то, что вырастет из семени. Семя-то не прилича на то, което ще израсне. Да. Ну, все знают. Ты смотришь, оно семя яблони или семя пшеницы. Всегда сначала корень образуется. Да, ну вначале, когда смотришь на семя, оно не похоже. Корень 3 раза больше, чем верхняя часть. Вот корень идет, но да. Это уже отдельно. Это уже ты говоришь, это супер. Да. Видишь, слава и Богу. Семя-то, когато израства, перво формира корень, който то се вкоренява в почвата. И корень е три пъти по-голям от надземната част. И пока еще ты ничего не видишь, а корень растет. И докато ты ничего не видишь, корень растет. Я уже взял пас, я пас взял от тебя. Супер. То есть, так и на жизни, понимаешь? То есть, ты молишься о чем-то. Так, в същия начин и в живота, разбирате ли? Вы се молите за нечто. Пророчествуешь, а ничего нету. Пророчествуете, а ничто нема. А там корень растет, А в същото время коренът расте. И оно растет, и он в сколько раз больше, чем семя? В три раза, представляешь? Корень может быть 1000 раз. 1000 раз больше. Чем семя? Ну, например, рапсовое семя, оно такое маленькое. 1 миллиметр, а корень 2-3 метра. Вот, представляете, 1 миллиметр, то есть 1000 раз больше корень. Представьте ли, 1 миллиметр семенство, а корень на 1000 пати погулям. Поэтому, кто из нас уже 10-20 лет? Ты говоришь. Кой от нас и вече от 10-20 години? И ты си казваешь? Не сработало. Да, не проработало. Что-то не верил, не получилось. Вярвах, но не получилось. Не получилось. Не работает. Вера не работает. Вера-то не работает. Кто-то из нас уже, знаете, сказал, да ладно, я пойду хоть заработаю, хоть что-то просто начну жить, просто некую от нас вот этот путь сказали. Веры какой-то странный, ничего не видно, извиняюсь. И некую от нас вече са си казали, не, това не работи, да отида по-добре да заработя парички, няма смисъл да се занимавам с духовна работа. Но семя, оно посеяно тобой. Но семя-то вече е посято от теб сами. И вот эта завершенность, она есть. Ты уже прошла, ты прошел, у тебя все получилось. Ти си преминал пътя, от тебе вече всичко се е получило. Ой, Глеб, ты такой умный рассказываешь, прошло. О, Глеб, ти рассказываешь много умных. У меня 10 лет уже все, ничего не получалось. И много ти е лесно, обаче ти не знаешь, че при мен вече 10 години лет у меня мы мучаемся. Нищо не се получава. 10 лет у нас ничего не клеится. От 10 години нищо не ми се прибавя. Ой, 10 лет. Ой, и жил години. Авраам, и жил, и пошел, и уже в 70 лет ему Бог сказал. Что такое 10 лет вообще? Это ерунда. И вече станал на 70 години, и Бог ему казал, кво са 10? Да это ничего казал, вообще, 10 лет. 10 години, 15 лет, 20, да это ничего вообще. 15 години, 20, това е нищо. Мы в большой истории находимся, ребята. Мы се намираме в голяма история. Мы в большой игре вообще. Ние сме в голямата игра.
А мы тут 10-20 лет меряем, а вроде бы не получалось что-то. Вроде бы, да мы в игре большой вообще, тысячелетней игре находимся. Нечто не сме получили, а не сме в голямата игра в хиляду лет. Давайте начнем мыслить так, что я в большой игре. Давайте да мыслим така, че аз вече съм в голямата игра. И это, оно растет, там корень, там неизвестно вообще, что там вырастет. Коренът неизвестно какво там ще раб, как пойдет. Рапица-то като излезе. Как излезе вообще? Так ты будешь вау! И ты ж ты си кажешь, как вау. Вылезет! Куда ты излезешь, ты си кажешь, да. Это страх, боже, страхотно будет! Да, твоя ж ты будет страхотно. Что, уже болгарский научил? Да. Вот здесь есть, но в чем суть вообще? В чем суть? Почему нам нужно? Почему он говорит все время Библия праведный своей верой жив будет? Праведните через веру ще живеет. Вера во что? Вера в какво? Вера в личность. Вера в личность. В завершенную работу его. В него это завершенная. Я состоялся. Аз се състоях. Я прошла. Аз преминах. У меня семья благословенная. Моето семейство е благословено. Я вошла в призвание. Аз влязох в призванието. Моя семья состоялась. Моето семейство се състоя вече. Так подожди, какво? Ничего нету. Почакай, ну, няма еще нищо. Подожди, ну, так а что только просто ты себе... Послушай. Какво си говориш? Продолжай держать. Послушай. Продолжай держать семя. Продолжи да държиш семя. Продолжай пророчествовать. Продолжавай да пророчествуешь. Продолжай называть несуществующее. Продолжавай да изричаш несъществуващото като съществуващо. И смотреть на него, в него, в нем. И гледай на него. Состоялся. Во в него ты в нем все получилось. Во в него сичку се в нем получил. Уже пошла волна. Во совершилась волната. Сичку извершено. Звершено. Аллилуйя. Аллилуйя. Звершено. Всичко. Вот это всичко. Понимаешь, нужно научиться применять в своей жизни. Да приемаме в свой живот. И его можно применять, например, в своей жизни. Ты видишь в своей жизни да какие-то несовершенства. Първо, свой живот. Да, ты видишь в свой живот некие несовершенства. Но ты читаешь, вот написано, Евреям 10:14. Читаешь в Евреи 10:14. Ибо он за что-то той одним приношением стана приношение жертва сделал совершенными освящаемых с една жертва направи всичко что сделал совершенными о сём свидетельствует нам и Дух Святой за твое свидетельство Святой Дух 10:14 евреям ты по-болгарски почитай, вот, я почитаю, а ты по-болгарски да. Открой. Сейчас мне надо а я пока быстренько на русском, а потом ты зачитаешь. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завещаю завет, который после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов и беззакония не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, сестры, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Почитай на болгарском, да, это вот. 14, 15, 16 хватит, да. Хорошо. Три стиха, зачитай. 14, 15, 16. За что-то с един принос, той усовершенствовал завинаги у ние, които се освещават. А и Святий Дух не свидетелства за това. Защото след като е казал, ето заветът, който ще направя с тях, след уния дни, казва Господ, ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им. Прибавя и греховете им,
и беззаконие им няма да помня вече. Аминь. 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 И здесь, смотрите, а как? И тут, видите ли? А я еще, у меня вот это еще, вот это еще, вот это не то, то не то. А при мен това не е така, онова не е така. Не, я принимаю, я себе не. Говорю, я представляю, принимам, визуализирую. И говорю сам на себе си, представим си, визуализируем. Завершенную картину. Завершенная картина. Я совершенный во Христе. Асам и я совершенный во Христе. Асам совершен в Христос. И это больше... чем, и твое повече, чем мои действия. От моите действия. А часто наше взаимоотношение с Богом мы меряем по нашим действиям. В нашите взаимоотношения с Богом е според мерката на нашите взаимодействия. Нет, я принимаю, что я завершенный. Нет, аз приемам това, което е завершено. Совершенно. Я исповедую это. Аз исповедвам я това. Говорю это. Аз говоря това. И не только на себя. И само на себе си. На жену свою. На жена си. А муж на жену, а жена на мужа. Мужет на жената, жената на мужа. И за кого ты не молишься, за своих детей, ты видишь их совершенными. И за кого-то и да се молиш, например, за своите деца, ты ги виждаш вече совершенни. Это путь веры. Твоя путь на верата. Не видеть, но это иногда сложно. Иногда да не видишь, понякога е сложно. Потому что ты не видишь физически. За что-то не видишь физически. Но ты должен верой проговаривать. Но ты си должен со зверя да верой представлять, да визуализировать. Со зверя да си представишь, да визуализируешь. Понимаешь? И разбираешь? Принимать. И да примешь. Наше усилие. Нашето усилие. Когда Иисус говорит, что Царство Божие усилием берется. Когато Иисус казва, че Царство Божие с усилие се взема. Мы должны применять усилие на принятие, а не на делание. Ние трябва да правим усилие на приемане, а не на дела. На делание, потому что когда я, потому направили. Что дела мои не будут хорошие. За что-то мои эти дела няма да са мои добри. Дела изменятся вследствие принятия. Моите дела ще се променят следствие завершенной работы, на завершената работа, завершенного искупления, на завершеното искупление. И это сражение. И я принимаю. И твое сражение, аз приемам. И так ты ж сотый раз уже опять говорил, принимал, а оно ничего. Ти вече сто пъти си казвал, че приемаш, но нищо не се е случило. Не. Я просто опять говорю совершилось. Аз отново изговарям. Опять искуплен. Свършено. Совершенно. Искупено. Все хорошо. Свършено. Всичко е добре. А моя жена? А моята жена? Она меня не уважает. Тя не ме уважава. А мой муж, он меня не любит. Ну, а мъжет да? Ми не ме обича. И это вечная история. И това е една вечна история. Нет, раз я, она освящаемая, даже если не. Она неверующая, даже если да, он неверующий. Дори тя да не вярваща, дори но той да не вярваща. Я, он освящается моей молитвой. Но той се освящава чрез моите молитви. Значит, он тоже освящаемый. Значит, той също е освящаем. И она освящаемая. И тя е освящаема. И я говорю, совершилось. Я сказвам, свърши се. Ой, не, вы не знаете моей ситуации. О, не, вие не знаете моята ситуация. Это у вас такая все хорошо. Да, само при вас е так, всичко така е хубаво. А вы узнали о моей ситуации. Но вие, у меня знаете муж моята ситуация. Объелся груш. А у меня, нет, а у меня жена такая, вы знаете, что... О, извините, это непереводимый русский фольклор. Това е такъв специфичен руски израз, фолклор. Да. И вот здесь не, все равно, вот просто, понимаешь, завершенная работа Христа. Всичко е, все тая, това е завършената работа на Христос. Совершилось. Свърши се. Просто, ну, сражайтесь за это. Просто трябва да се сражавате за това. Бери это. Вземи това. Как брать? Как да го взема? Слово Божие говорит. Словото Божие казва. Где найти Бога, где найти Слово? Къде да намерим Бога, къде да намерим Слово? Пойду в пост, залезу на гору высокую. Ще отида, буду там ще взема поститься. Пост, ще отида на висок хълм. Или залезу в пещеру куда-нибудь православную. Или ще отида в някаква православна пещера. Буду там поститься, молиться. Там ще постя и ще не, се моля. Слово Божие говорит. Не, Словото близко Божие казва. Слово. Близко е Слово. В устах твоих, в сердце твое. До твоите уста. Я представляю, говорю. Аз визуализирую. Представим, визуализирам и говоря. Говорю, визуализирую. Визуализирую, говорю.
Скажу, представляю, скажи вместе, визуализирую. Кажи, визуализируем. Говорю. Говоря. Искупление. Искупление. Совершилось. 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 Если не говорю, оно не работает. Аку не говорят, то нема да работи. Вначале было слово. Вначале то беше слово. Почему так? За что это? Потому что Бог создал нас маленькими творцами. За что то Бог не создал малкие творцы, ошти недоразвитие. Чуть недоразвитыми. Да, малку недоразвитый. Вот, не, хорошо, не, по-болгарски, недоразвитый. Такие чуть-чуть. Но вот этот остаток говорения, власти, слов, он остался у нас. Остаток, который останов нас, това говорение, тази власть. Когда мы говорим, мы творим. Когато говорим, ние творим. И вот это вот... вот это вот искупление, его проговариваем. И това искупление не изговариваем. Давайте еще чуть-чуть про искупление. Я просто хочу пробиться. Давайте още малко поговорим за искуплението. Искам да се придвижим. Когда человек создал, когда Бог создал человека. Когато Бог создаде человека. Он создал маленьким Богом его. Той создаде малък Бог в него. И он, как бы, и понимаете, когда, почему Адам принял, вот когда он в самом начале, он должен был только Бога слушать. И знаете ли, Адам в самото начало трябваше да слуша само Бог. Как маленький ребенок. Като малко дете. Вы знаете, что вот, ну, почти 90% всего, знаете что ли, принимает маленький ребенок, он принимает с, вот, с самого рождения до там, буквально там, до 4, а? До 6-7 лет. Знаете ли, че 90% от това, което малкото дете приема изобщо живота си, той го приема от началото до 6-та си година. И получается, вот эта история про Маугли, она, ну такая, это миф, это нереальная история. И знаете история. Ли, тази история за Маугли, твоя мит, твоя нереальная история. То есть, если были реально, кто с волками родился, такое были случаи в истории человечества. Да, имало в истории это истинский случай на хора, които са се родили, и в 15 лет израснали с волци. Они уже не могли просто ничего, не могли стать людьми, они уже, они как волки жили. И дури вече 15-годишни, те не могут да станат хора, защото те... се държат и живеят като вълци. Первые годы все формируется извне. Вне формирует Първите тебя внутри. Първите години всичко се формира от околния свят. Околния свят формира всичко вътре в тебе. И вот когда Адам родился, он как ребенок был. И когато се е родил, и когато Адам се е родил като детенце. И потому что он принял от дьявола. У него уже това, это, все, он принял это, он, это стало частью его и в самом това, начале, понимаете? Приел, дьявола, още в самото начало това е станало частью него. За счет этого, если бы он хотел с Богом, чтобы, ну это тоже план Божий был, конечно, но сам да. факт, что Адам принял зло, принял да, вот это семя. Да, това все, было Божие, допуснато от Бога, но самия факт, че Адам е приел това зло семя в себе си. И после этого он начал рождаться, люди от него начали, ну, дети. И след него започнали да се раждат хора, деца. И в них уже зло внутри было. И в тях вече било това зло. И они уже мыслили, говорили зло. И те вече мислили, они начали как маленькие творцы зло. Творить зло. И започнали като малки творцы да творят зло. То есть, понимаете, грех – это не просто… Разбирате ли, греха не Бог установил какие-то правила и сказал, о, не делай этого. Не просто поради това, че Бог е установил някакви правила и казал, о, това не го прави. Грех – это творить зло. Грехът е да твориш зло. Потому что он творец человек. Защото човекът е творец. Он создан творцом. Той е създаден творец. И он делает доброе, доброе творит. И той прави добро. Делает злое, злое. Прави зло и зло се случва. И вот грех – это творение злого. И греха, това е да творим зло. Это мысль, слово, действие. Мисъл, слово, действие. Мисъл, слово, действие. И таким образом он творит зло. И по такъв начин то и зло, оно как энергия выходит и смерть несет. И злото излиза на отгоре и носи смърт. И потом Бог, чтобы не убивала эта смерть, которую люди творят. И след това Бог, за да не убива тази смърт, която хората творят. Он говорит, бери животное, подставляй. И той казва, взими животно и го жертвай. То есть оно выходит, оно летает, это зло убивает. То есть, злото и человека си... убить опять возвращается. Злото си кръжи около нас и я се връща отново, зло, за да убие човека. И оно летает, и он, ну раз подставил животное, хлоп да. его. Човека твори убила. Зло.
И это налагом усе да жертва животно, за да хлоп убила. То есть все время убивает, нужно все время животных. Они же, помните, ложили животное и говорили, вот это за этот грех, за этого человека приносим. Помните, Песа приносили животного в жертву за греха на да. Но оно не изменяло сущность внутри человека. Но тази жертва не изменила сущность на человека. Зло оставалось, просто злото оно уставало. Убирало последствия. Примахвалось само последствие от злоту. То есть вот это зло, которое летает, чтобы убить человека, то вместо человека животное. Това хлоп, зло, което си лети, хлоп, за да хлоп, убие время, человека, и убивало животное. Но когда пришел Иисус, Он вошел в самое небо. Той влезе в самото небе. И теперь не только последствия греха нашего Он аннулировал. И сега не аннулира само последствия от наших грехов. Но и дал нам новую сущность. Но не даде нова сущность. Когда? Кога? Здесь и сейчас. Сега. В тот момент, когда я принимаю. В същия момент, когато го приемам. То есть, потому очень важно принимать. Затова е много важно да приемаме. Вот почему, когда мы только уверовали. Это за что? Мы, точно след като повярвахме. Мы постоянно принимали. Не постоянно сме постоянно принимали. Принимали, принимали, принимали. Постоянно сме приемали. Я помню, я не мог прожить как бы секунды без того, чтобы не принять, помню, чтобы он меня очистил от греха какого-то. Не можех да преживее дори мне кажется, секунда, они постоянно у меня вот зашли. Без да приемам, че той ме очистил от греха. А потом пришло время. Но след това мина време. Мы научились жить правильно. Научихме се да живеем правилно. Правильно научились. И уже можем без Христа уже. Как и мы думаем. Можем без Христос. Мы можем уже без принятия этого постоянного. Без да приемаме това постоянно. Потому что мы уже живем христианской жизнью. Защото вече живеем христианский живот. Это ужасная жизнь. Твоя ужасная. И простите, пожалуйста, это потому, что простите. Когда он пришел к, там хорошие люди жили в Израиле. Хорошие люди. Да, и... по времени на Христос живеха добри хора в Израиле. Не было более моральных людей, чем фарисеи. Чем вот, ну, мы привыкли, что фарисеи плохие, но это были очень моральные люди. Ние сме свикнали доказываме, че фарисеите са лоши, но всъщност истината е, че те са били много морални хора. Они... гомосексуалистов и этих геев не принимали, ЛГБТ. Не принимали. Да, они против были, реально. Социалисты не сопримали обратните. Они вот этих вот гендеров тоже были, очень были, они ревностны против гендеров всех. Да, те бяха ревностны против джендерите. Но они не могли принять. Не принимали они. Но те не смогли да приемат Христос. И ты смотришь, как Христос реагирует. Смотришь, и человек хорошо живет. Забелязывайте ли, как Христос реагирует. Глянешь, он правильно все добре, делает. Той правильно прави всичко. А он на него раз наезжает постоянно. Наезжает постоянно, наезжает. Ну, это русский такой, наехать такой, знаешь что? Христос? Да, Христос наезжает. А Христос на вот этих людей правильных. Ему, указывает влияние, не, натиск. Не, как наехать по-болгарски? Тоги с мемори, нападаги, да. Нападав, нападав, все время нападав. Тези хорошие люди, а он напада. Правильных, добрые хора, той ну, они против гомосексуалистов, он напада на них, против ЛГБТ напада, против этих гендеров, они вот готовы ради царства все делать, а он на них напада. Да, те правят всичко правильно, те са говорит, против джендерите, это человек против всички не неморални хора, а Бог при цялото время ги съди, той ги напада. Это точно человек не от Бога. Они, евреи, говорят, эти иудеи, про Иисуса. Точно заради това евреите казваха за Иисус. Този человек со сигурност не от Бога. И еще нарушает все, воскресенье в церковь не ходит. И освен това нарушава всичко. И так далее, и так далее. Неделя не ходи на церква. Все сошлось. Всичко человек не от Бога, не от Бога, не от Бога. Человека не от Бога. Не от Бога. А принимает кого? Мытарей и грешников. Митничайки, грешницы, хулиганите. Вот этих всех просто вот самых грешников. Най-грешников. Друг мытарей и грешников. Приятел на митничарите и на грешниците. И еще вино с ними пьет.
И на всичко отгоре пей вино. Ну, в Болгарии, то ладно, это тут как бы ничего страшного. Да, в Болгарии. Но если у нас это вообще, у нас это страшное дело. Но в Казахстане за это страшно нечто. Очень строго. А в Казахстане, ну, и още по-строго. То есть, понимаете, и почему разница в принятии, в способности принять? Разлика в способности да приемаешь. Потому Иисус говорит, понимаешь, не важно вообще твоя жизнь такая вся красивая, затова христианская, Иисус правильная. Иисус сказал, не важен цель твой красивый христианский живот. Я меряю тебя, принимаешь ли ты каждый день меня, ешь ты меня, вкушаешь ты мое тело, мою кровь, ешь ты меня или нет? Аз тебе измерваем според това, дали ты приемаешь всякий день, дали пьешь мою кровь, дали едешь мое тело. А ты просто ел в самом начале только ее. А ты си го правил твое нечто само в начало. И ты горел этим. Ты просто, у тебя сердце горело все время. Твое сердце гореше през цялото время. Ты был влюблен в него. Ты беше влюбен в него. И ты ел, потому что ты секунду не мог без него провести. И ты си го ял, за что ты секунду не си могал да преживеть без него. А потом твоя жизнь выправилась, как следствие еды. А след това твой живот се изправи следствие на храната от Христос. И ты уже можешь прожить, не принимая от него какое-то время. И ты вече можешь да живеешь без да приемаш от него. У тебя уже концепции появились. А в тебе вече се появиха концепции. Там и Христос, и еще что-то, еще что-то, и еще Христос, что-то. Все вроде бы связанное с Ним. Всичко като че ли е свързано с Него. Но уже там мало принятия. Но там вече има малко приемане. И от этого разочарование. И това е разочарование. И от этого скептицизм. И оттам идва скептицизм. И от этого вот эта пустота, которая появляется у нас. И оттам идва една пустота, която се появява в нас. Вот это постоянно принимать, оно слишком просто вроде бы. За что-то постоянно да приемаем и изглеждаем твердо просто. Оно как-то, понимаешь, для иудеев это безумие. Разбирате ли, за иудеите това беше безумие. Для мудрых. За мудрите. Не заходит, слишком просто, как это принимать все. Това им беше твердо неразбираемо, как да го приемат толкова простичко. И когда вот этот, помнишь, два человека зашли в храм, и один молится. И помните ли, когато двама души влязоха в храма? И один молится. И един я се моли. И один говорит, Господи, спасибо един тебе. И един говори и казва, Господи, что я, Господи, ты дал, спас меня. Что ты спаси. Что я, Господь, вот и десятину даю, и в церковь хожу, и все нормально. Вот так хорошо, слава тебе. И всичко е нормално. А второй говорит, Господи, прости меня. Принимает. А второй казва, Господи, прости ми, приемай. И этот пришел, говорит, оправданный. Потому что более оправданный, потому что он на принятии работает. И словото се казва, че този беше оправдан. Или вот это Марфа и Мария. И это, например, Марта и Мария. И Мария, Марфа все правильно делает, все правильно. Марта всичко вършеше правилно. А это неправильно. А другата неправилно. Но это принимает. И он говорит, у нее благая весть. Но тази неправилната приема. Вот Иисус как меряет. И тя получи благата весть. Вот, как, ето, виждате вот Иисус как меряет. Как измерва Иисус. Смотришь, нелогично вообще. Гледаш на правильные вещи. На прав поглед, като че ли нелогично. Он говорит, это плохо. На правилните неща, казва, това е лошо. А вроде бы человек неправильный. Он говорит, хорошо, ну потому что тот принимает постоянно. А это человек, който, като че ли неправилен, а то есть приема и приема. И вот принятие его жертвы, завершенной работы в свою жизнь. На неговата жертва, первый на завершената ключ. Работа, на неговия живот. Первый ключ. Първият ключ. Но второй ключ, дорогой мой, такой но прекрасный. Вторият ключ. Второй ключ, он такой мощный. То е толкова мощен. Потому что одним приношением. За что-то со сено принос. Он не только мою жизнь привел в завершенное состояние. Не само мой живот приведе в завершенное состояние. Он весь мир завершил. То есть целият свят заверши. Значит, в моем бизнесе уже все совершилось. В моем бизнесе все хорошо. Значит, в моем бизнесе всичко е завершено, всичко е добро. Моя страна спасена. Моята страна е спасена. Моя Болгария восстановлена. Моята Болгария е възстановена. Мой город восстановлен. Моят град е възстановен. Я благословен в бизнесе. Аз съм благословен в бизнесе. Я благословен на рабочем месте. Аз съм благословен на работното място. И это уже сложнее как бы принимать. И това е малко сложно да се приеме. Это еще сложнее принимать. То е още по-сложно да се приема. Но нам нужно сражаться. Но ние трябва да се сражаваме. Потому что ему дана вся власть.
за что-то на него и дадено всичко това. И оно в виде семени уже все есть. И во вид на семя вече всичко существува. И мы, знаете, и мы, я помню, вот это вот второй ключ. Его невозможно в одиночку как бы взять. И този вторий ключ не можешь... Открыть этим ключом в одиночку сложно. Не можешь да го вземеш сам. Поэтому тут, потому что здесь уже речь идет об окружающем тебе мире. За что-то тут става дума за окружающий тебе свет. Когда ты молишься за себя, за жену, но еще как-то вот когда мало людей в твоей власти, игре, в твоей картине. Да, все еще има малко хора в твой грех, в твоей этой картине. А когда ты уже начинаешь молиться за церковь свою, а стоять, или там, да молишь, ну, за ту сферу ответственности, которая у тебя есть. Или вообще за та сфера, на отговорность, которую имаешь, за свой бизнес. Я каждый, у меня есть картины эти, картины всех сфер моей жизни. В мен вече има картини от всички сфери на мой живот. Напишите эти картины. Напишите тези картины. Зафиксируйте их. Зафиксируйте их. Даже если у тебя не получалось в жизни. Даже и да не ти се получавало живота до сега. Продолжай удерживать ее. Продолжи да го държиш. Продолжай пророчествовать. Продолжи да пророчествуешь. Конечно, когда речь идет о бизнесе. Разбирайся, когда стал вопрос за бизнес. То там как бы есть такой принцип, я его называю, когда ты начинаешь завязываешься, как бы ты так все пророчествуешь, рисуешь эту картину, оно ничего не получается. Там има такой принцип, который там деньги есть, начинает там. Там с деньгами связана ситуация. Да, ты пророкуешь, но нечто не все получалось. За что? За что-то там ситуация-то и связана с пари. И ты уже там не поймешь, ты ради царства или ради денег, там все вместе и бывает. И там тебе трудно да разберешь, заради царства ли си или заради парите. Поэтому, если уже завязался, если все правильно делаешь, картины рисуешь, визуализируешь, и все равно не получается, найди 10% своего времени, начни где-то без денег служить. Приди к пастору Геннадию, скажи, да, слушай, просто буду тут вот что-то делать, петь, прославлять. Потому что там, где нет денег, короче, нужно, чтобы 10% хотя бы тоже ты мог, чтобы очищаться, короче. Да. Ну, брат, ну все. Все, уже это непереводимый. Да, и ако ти вече си стигнал до такая степень, что при цялото время служишь и служишь, и 90% от времето си служиш, то жертвай поне 10% от времето си. Например, отиди при брат Геннадий и му кажи, брат, с какво мога да послужа, какво мога да извърша. Короче, где-то делаешь что-то бесплатно, потому что там... То где... есть, правиш това бесплатно. Обратно привод. 90% работы... Во, точно. Да, точно. Да. 90% работы... Супер, ну да. То есть, понимаете, и точно так это на основании жертвы Иисуса Христа. И разбирате ли, точно така и се случват нещата на основании жертвы на Иисус Христос. То есть, например, я вот когда открываю бизнес любой... То есть, например, когда аз открывам какъвто и да е бизнес... Я минимум полгода молюсь... Аз минимум половин година се моля... О своих будущих клиентах. За своите бъдещи клиенти. Я рисую профили. Аз рисувам техният профил. Счастливые, благословенные. Счастливые, благословенные. Качество жизни которых выросло через мой бизнес. Какви качества придобиват живота си, за да... Какви качества живота си ще придобият чрез мой бизнес? Спасенных. Спасени. Встретившийся с Богом. Срещащийся с Бога. Эту такая картина сорисована. И я молюсь, еще нету ни клиентов, ни я еще молю, никого. Все я просто... не имам клиенти, никого. Но я знаю, что, например, я открываю бизнес в Варне. Но знам, че, например, открываем бизнес во Варне. И какой у меня бизнес будет? У кого какой бизнес? Ну давайте сейчас. Какой просто, пример. Бизнес? Я просто пример приведу, как практически это делать. Я искам да дам как пример, как применять да искупление в повседневной жизни. Как да приемаш искупление ту во повседневный живот? Сумки, например, магазин, да? Магазин. Например, магазин, неважно, какой это магазин. Магазин значит, зачем? Сумки это женщины. Да. Женщины. Значит, и я рисую например, себе, сколько женщин живет в Варне моей. Или в районе. Колко жени живет я фиксирую Варне, района. Я изучаю. Фиксируемся, и я начинаю пророчествовать, говорить, мои женщины. Да я касаюсь их с моими сумками. Жени. Я их представляю, как они своими сумками ходят. А я не просто им продаю как уже. Ходят с тези чанти. Когда я начинаю полгода молиться,
И когато се моля за вече половин година клиента, за моите бъдещи клиенти, мое сърце изменяется. Моето сърце се променя. И когато через полгода открываю бизнес, и когато след половин година открия бизнеса, цель не е продажа, это уже только часть процесса. Целта вече не е продажбата. Продажа тоже она как часть. Да, продажбата е само част от процеса. Но самое главное, мои женщины, которым я продала сумку, я им к ним прикоснулась. Най-главното е моите жени, на които съм продал. Я даже начинаю молиться за сумки. Аз започвам да се моля за чантата. Когда она одевает, Дух Святой на нее сходит. Че когато тя взема чантата, Святия Дух слиза на нея. А почему Петр, когда платки за платки молился, а чем защо, сумки от подков отличаются? Петр се молише за кърпички? Чем отличается сумки тогава от подков? Тогава Петр се молише за кърпички, защо да, ние да не се молим за чанти? И просто, и понимаешь, и у меня служение, я не просто магазин. И разбирате ли, аз вече имам и служение, там, не просто числе, магазин. И там в числе есть продажа. Да, разбира се, като прибавка има продажби. Ну, у меня, о, Глеб, ты хорошо, ты Бога и в бизнес притянул. О, Глеб, ты привлечи Бога в бизнес. Я говорю, нет, это он меня притянул в свое царство. Не, то и меня привлечи в свое царство. Это когда Мэри Кей, такая Мэри Кей есть, которая создавала, она говорила, ей говорили журналисты. А когда-то, например, Мэри Кей и создавала бизнес. И она сказала, вы, по-моему, слишком используете Бога в своем бизнесе. И журналисты ей казали, вы твердо много используете Бога в свой бизнес. Она говорит, нет, говорит, вы ошиблись. Я казва, не, вы грешите. Это Бог использует меня, говорит. А Бог использует меня. Я в его картине нахожусь. Аз и намирам в него это картина. Бог больше меня. Бог и повече от меня. И он хочет, чтобы вся земля. И то есть целата земля. И женщины, которые ходят с сумочками. И жените, когато намерят чанти. И семьи, которые ходят исцеленные, здоровые после сервиса служения Геннадия с Натальей. Които идват, които се тръгват здрави, вся варна. Служението на Геннадии под властью Мессии. Е под властта на Мессията. Но очень важно брать это, визуализировать, представлять. Много важно да го вземем, да си го визуализираме, да си го представим. И так каждая сфера, сфера за сферой. И така във всяка сфера, сфера след сфера. Царство Божие благовествуется. Царството Божие се благовествует. Проговаривается. Изговаряся. Ты выдыхаешь его. Ти го издишаш. Называешь несуществующее, как существующее. Называваш несъществуващото, като съществуващо. И Дух Святой приходит. И Святия Дух идва. Потому что во Христе уже вся картина совершилась. Во Христос вече цялата картина извършена. Это женщины с сумочками спасены уже. Тези жени са спасени чрез чантите. Потому что ты выстраиваешь с ними взаимоотношения, ты касаешься. Защото ти строиш взаимоотношения с тях. Ты идешь по городу, ты встречаешься, привет, ну как моя сумочка. Ты заметила? Ты срещаешь тези жени и ги питаш. У тебя жизнь изменилась после моей сумочки. Как са моите чанти? Как се промени твой живот с моята чанта? А я вам скажу, меня приглашают на светские семинары. Аз ще ви кажа, мен ме канят на светски семинари. И там на бизнес семинарах, я просто рассказываю, как вы стартуете бизнес. Светские все люди, бизнесмены, Москва-Сити, там, как стартируем большие, бизнес. Дорогие бизнес-клуб. Светские хора, неверващие, големи бизнесмены. Я рассказываю, говорю, я молюсь за клиентов, перед тем, как начинать бизнес. Я се моля за клиентите, и это така започвам бизнес. Вы молитесь за клиентов? И те мне казват, вы се молите за клиентов? Я говорю, да. Я сказываю, да. Они говорят, мы хотим быть вашими клиентами. И те казват, не искам да сме ваши клиенты. На самом деле, люди хотят этого. В всъщност хората искат това нещо. И чтобы Царство Божие касалось их. Така, те искат Царството Божие да се докосва до тях. И я вам скажу, бизнес или работа, бизнес самая... или работата, вот с кем вы больше, пастор, встречаетесь, с неверующими, в церкви или на работе? А с кого повече се срещате, пасторе? Потому что... Каде повече се срещате с неверащи хора, в църквата или на работа? Естественно, потому что там все время да, они идут. Естественно, на работа. И когда там это возможность касаться, бизнес это и уникальная возможность. И возможность касаться большого количества неверующих людей. До голямо количество неверующих хора. Но когда я не верю, а просто ради денег это делаю. Но когато аз не го вярвам това, и когато върши всичко само за пари. Кроме их денег ничего не нужно от них. И тогда мне кроме их денег. Освен пари, и когато освен пари нищо друго не ми трябва. Мы даже вот с Иорданом как-то планировали, думали, а как с сельским хозяйством? У меня там 50-100 человек, например, работников. Например,
Ние с Йорданци говорихме за селското стопанство. Там, например, има 50-100 човека работници. Да, а я говорю, а ты, например, что ты производишь там, если пшеницу? Давай сразу визуализировать буханки, которые и будут испекутся с этого, произвеждаешь? С этой пшеницы. Давай, и эти буханки, люди едят, и дух святой сходит на них. И начнем рисовать прямо, куда этот пшеницу ты посылаешь, какие страны. Дай да си представим, например, такива самуни хляб. Да си представим, как хората взимат тези самуни хляб, как хората ги разчупват и в същото време Святия Дух слиза над тях. Но я вам скажу, что это на самом деле... А что вы кажете, что на, в сущности... Это все Христос. Това всичко и Христос. Потому что Он через веру действует. За что-то Той действует через веру. То есть ты без веры... То есть ты без веры... Ничего не можешь сделать. Ничто не можешь да направишь. Даже, я вам скажу, вера... Даже, а что в некоторых кажа, случаях было больше воли Господа. Вера-то в некой случай даже и над волей-то на Бога. Он шел себе, а женщина говорила, если... Я например, коснусь его. Если я коснусь его. А он вообще не думает себе. У него нет воли. Не, у него в целом он против. А то вообще не мыслящий за ней. Он раз сила вышла. Говорит, кто коснулся меня? Воли не беше за ней. Она взяла у него, вытянула, понимаешь, через свою веру. И казва, о, некой се докосна. Это, знаете, это Бог хочет этого. Знаете ли, Бог иска това. Он хочет, чтобы мы верой брали у Него. То иска через веру да го вземаме. У меня младший сын, вы заметили, вот тут бегает, Глебчик. Вы видяхте мой малок сын. Его зовут Глеб. То есть, оказывается, Глеб. Если сына называют сыном отца, значит, отцу уже за 50, поэтому, чтобы вы знали. Если, бы отца, если сына называют отцом, то отцу уже за 50, это чтобы знали просто. Да, искам да знаете просто, че ако сына го крещават на името на баштата, то тогава баштата вече прихвырлил 50 годин. И он, знаете, он в чем суть? Старший смотрит, говорит, папа. А где сущность-то? По возрасте деца глядят и казват, тати. Ты что ему позволяешь? Говорит, мы просто... Какого у меня еще позволяешь? Три сына и дочери. А мы, говорит, ты нас всех строил вообще вот так вот. И теми казват, ты к нас и от нас еще построго. Мы вот так вот сходили. И потом он говорит, я понял, говорит, я, старший говорит, я делал то, что ты мне говорил, правильно. И най-возрастният ми син каза, а сега разбирам, че ты всичко, че ты ми казваше, всичко да делал то, что ты мне говорил. Аз върших това, което ты ми казваше. А этот говорит, делай то, что ты хочешь внутренне, но неосознанно. А този малкие върши това, което ти искаш вътрешно, вътре в себе си, но неосъзнато. Это я вчера вышел на море с ним. Ето, например, вчера отидох край морето с него. И он, знаешь, что-то возится в песке, а потом и так поднимает. Пясъка. Поднимает ведро и так говорит. И след това повдига кофечката си. Папа говорит, ты сейчас принесешь воды. И мне казва, тати, ты сега ще донесешь вода. Я раз и думаю, я уже бегу, думаю, что я делаю. Бегам. И си казва, он говорит с верой, что он со мной в контакте. Но что это... уже, понимаешь, он меня включил своей верой. Но, я даже никуда не денусь. И я раз воды набираю. Ну, разбирате ли, той ми задействовал мен через свою та вера. Вы знаете, в чем суть Бога? Знаете ли, где сущность на Бога? Вот Бог... Не хочет, чтобы мы без Него были правильные. Бог не иска да будем правильны без Него. Он хочет, чтобы мы все время с Ним зависели от Него. То иска при цялото время да зависим от Него. Он все, чтобы, как хочешь, чтобы сын все время приходил к тебе и спрашивал, папа, как дела? Что, как сделать? Как сделать? А он уже сам... Ти си иска при цялото время сына ти да идва до теб и доказва, тати, ну, кто взрослый? Как вот, си? Какво правиш? Ну, вот хочется, чтобы он приходил. Конечно, он взрослый уже без меня, все сам, мне не хочу ние ничего. На возрасте, например, го разбираме това нечто. Я думаю, это самый главный навык. Я смысле, что твой наиглавный навык, который мы можем приобрести, кое-то можем да придобием здесь на земле, тук на земята. Это постоянно принимать, то принимать, е принимать, постоянно принимать, да принимать, принимать, принимать. И тогда только мы совершенные, тогда мы. И само тогава ние сме совершенны. И тогда мы много делаем.
И тогда извършваем много дел. И тогда мы не чувствуем, гордость не растет от наших дел. И тогда не чувствуем гордость от своих дел. Потому что это не мы делаем. За что-то не его правим. Это он делает через нас. Той его правит через нас. Он творит через нас. Той творит через нас. И мы даже не замечаем, что мы как-то посвящаем себя. И не даже не забелязываем, че се посвящаваем. И мы с радостью жизнь свою отдадим за него. И с радостью даем живота себе. И даже не почувствуем этого. И даже не го чувствуем. Но не почувствуем какого-то героизма, ощущения, не что я герой какой-то. И няма никакого усещания за героизм. Потому что когда ты вкушаешь благодать, за что-то, когда ты вкусываешь благодать, то ты понимаешь, это не ты. То ты разбираешь, это благодать, которая действует. Че твоя благодать, которая это незаслуженная милость. Твоя незаслуженная милость. Это когда апостола Петра распинали. Это, например, когда распинали апостола Петра. Он говорит, я недостоин просто. Той говорит, каз, вас сам недостоин. Как Христос, я не дотягиваюсь до него. Да Христос. Все, что я сделал, это Христос через меня сделал. Всичко, което стана в мой живот, поэтому разопните меня вниз головой, ну, по-другому. Распанете с головата надолу. Чтобы этим показать, что я близ. Близко моей жертвы, ничего по сравнению с его жертвой. За да покаже, че моята жертва не е дори и близко до жертвата на Христос. Потому что все он. За что-то той го извършил. Завершилось. Всичко се извърши через него. И просто него. Нам нужно эти все картины брать из искупления, принимать служить. Поради това трябва да вземаме всички тези картини на искупление в живота си. А мы, развиваясь потихоньку уже христиане, начали маркетинг-систему. А ние си развиваме вече, лека-полека сме приели някаква християнска система. Или просто бизнес-маркетинг какой-то. Или някакъв бизнес-маркетинг. Христос. Христос. Я практик, я тоже понимаю, что... А сам практик, а също разбирам. Место и маркетингу, чима и системе. Место и за маркетинга. И системе. И за системе человечки. Но если это не от Христа, не через осознание Христос, завершенной работы через его. Через осознавание на него это завершенная работа. То я свидетель. То, а сам свидетель. Я делал все правильно по системам. Аз всичко правих според системите. Но правилно. Результата. Но результатът. Когда я опять вернулся к нему. Беше, не беше добър. Но когато отново се върнах към него. Все начало работать. Всичко започна да работи. Все пошло. Всичко потръгна. Совершилось. И извърши се. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисуса Христа. Дорогие мои, я просто, знаете, скъпи мой, просто сегодня знаете хочу ли, просто днес, аз крещя, опять бросить вызов. Защото искам да ви отправя призив. Давайте по-новому начнем. Дайте по-новому да започнем. Искать Иисуса Христа. Да търсим Иисус Христос. Как это делать? Как да го правим? Я лично, допустим, последние несколько лично, лет начал... Например, раз, несколько раз в неделю. Започнах няколко пъти в седмицата. Мы соединяемся в Зуме. Ние се събираме в Zoom и читаем одну главу Евангелия. И четем една глава от Евангелието. По 3-4 стиха по кругу читаем. По 3-4 стиха кругом читаем. Нету проповеди никаких. Няма никакви интервали. И каждый высказывается, кто что понял из его слов. И всеки казва нещо, което е разбрал от това слово. Когда Иисус говорит, Царство Божие подобно. Когато Иисус казва, че Царство Божие нещо подобно. Царство Божие подобно. Царство Божие подобно. И мы читаем. И не читаем. И он открывается. И то есть открыва. И вы знаете, и на сегодняшний день люди неверующие, мы начали приглашать и, знаете, в эти группы неверующих людей. Ко мне шенден започнахме да каним неверващи хора. И люди неверващи хора. Не хотят идти в церкви. Тези хора не искат да отидат в церква. А с удовольствием начинают но соединяться в Zoom-группы. Започват да се присоединяют к Zoom-группата. За да прочитать една глава от Евангелия. Я хочу даже с пастором Геннадием поделиться, чтобы аз начать в армии искам здесь. Искам също така да споделя с пастором Геннадием да започне в Варна. Чтобы приглашать людей читать да кани хора да читат учение Иисуса Христа. Учението на Иисус Христос. Не приглашая их пока не в церкви, никуда. Просто вокруг Христа, там до 10 не человек в Зуме. В церкви. Никъде. А ги кани просто в тази Zoom группа. Чтобы прямо ко Христу. Директно към Христос. Минуя как бы все наши культурные прославления, поклонения. Очень классно, сам в этом вырос. Но да, целата тази наша культура на прославление, всичко на проповеди. Аз сам съм израснал в тази култура, тя е чудесна. И даже моя проповедь. Даже моята проповедь днешна.
Это ничего по сравнению с тем, что он говорит. Твоя ничто сравнение. Это просто мы чуть-чуть пытаемся что-то сказать, вот как-то просто поделиться. Да, не просто с опытами докажем нечто, да. Потому что когда я сейчас читаю, что он говорит. За что ты куда-то аз започнем да читать? Это просто, это просто каждый раз ты, когда коллективно читаешь, совершенно по-другому, чем сам. Куда-то коллективно го читаем, твое и совсем по различен начин. Он открывается как новые грани, новые грани. То есть и раскрыва по нов начин. Во имя Иисуса Христа. Имя ту на Иисус. Я что-то я прошу прощения, задержался немного, да, чужой уже. Молитвам извините. Разошелся. Макфойчи. Спасибо большое, драгоценное. Благодаря вам много. Хотел молиться вместе, чтобы мы сейчас молились исках, за то, да чтобы, помолим можно, чтобы мы начали играть, да, и молиться пророчество. Можем ли да започнем да сферим, просто да прямо сейчас, чтобы мы начали вместе, может быть, взяли эти картины. Точно сега да започнем да взимаме, да вот вземем что, заедно тези картины. В чем ты нуждаешься картины. Сегодня? Всичко, от което се нуждаем днес. И просто поднимем это и скажем, Господи, не моя воля, но Твоя. Просто скажем, Господи, не моя воля, а Твоя. Что Ты, Господь, все совершил. Ти, Господи, вече всичко си извършил. И мы, Господь, прямо сейчас. И не, Господи, точно сега. Оставляем все свои желания. Всички свои желания. И говорим, не наша воля. И говорим, не наша та воля. Но Твоя, Господи. Но Твоя-то, Господи. Господи, перезагрузи нас сегодня. Господи, презаряди не днес. Чтобы излей и открой, Господь. И молим Тебя, излей и открой, Господи. Господи, то, что мы хотим, то, что, это то, что Ты вложил в наши сердца. Всичко, което искаме, е това, което си вложил в сердца. И всегда, когда Бог тебе что-то открывает. И винаги Господь нечто Ти открыва. Очень всегда, практически всегда. У нас есть собственный путь, как к этому мы придем. В нас има всичко. Свое собственное понимание, как мы придем. В нас има вече свое собственное разбирание. Но он ведет своим путем. Но той не води по свой путь. И этот путь отличается от нашего понимания. И той путь се различал от нашего разбирания. И поэтому нужно сказать, Господи. И за Твое нужно докажем. Не моя воля. Не моя воля. Но Твоя. Но Твоя-то. Влеки меня, Господь. Поведи меня, Господи. Поведи, Господи. Поведи, Господи. Я отказываюсь от своей воли. Отказываемся от своей воли. Не моя воля. Не моя воля. Но Твоя да будет. Но Твоя да будет. Чтобы мы вошли в эту землю. Такаче не да чтобы, влезем чтобы в Ты земля. Вошел в свою землю. Такаче не да влезем в свою эту землю. Землю, текущую молоком и медом. Земля, в която тече мляко и мед. В которую Бог ведет тебя. В която Бог тебя вежда. Открывает двери. Отваряйте врати. Во имя Иисуса, Иисуса Христа. Дух пророческий. Дух пророческий. Это Дух Иисуса Христа. Да, Дух от Иисус Христос. В котором все совершилось. Во което всичко извършено. Свидетельство Иисусова. Свидетельство Иисусова. Свидетельство ту на Иисус. Это Дух пророческий. Твой Дух пророческий. Дух Иисуса Христа. Дух от Иисус Христос. Это Дух пророческий. Это Дух пророческий. Дух пророческий. Дух пророческий. В котором все совершилось. По който всичко е вече извършено. И оно активируется через твою веру. И то се активира через твое веру. И через слово. И через слово. И скажи на свою жизнь, на свое обстоятельство. И скажи на свой живот. Совершилось. Извършися вече. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисус Христос. Совершилось. Извършися. Во имя Иисуса. В името на Иисуса. А извършится, это как бы, как оно, как будет или совершилось? А, в настоящем. Настоящее, в сегашнее время вече извършено. Сейчас, да. Сейчас. Царство Божие это сейчас. Царство это Божие не будет. Сега. Это сейчас. Не, что будет. И научиться сега. Жить в каждом в этом моменте. Научитесь да живете. Господи, помоги нам. Такой момент. Господи, жить в настоящем. Да живем в настоящем. В вечном настоящем. Во вечную настоящем. Все совершилось. Всичко се извършено. Во имя Иисуса. В имя на Иисуса. Во имя Иисуса. В имя на Иисуса. Совершилось. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.